Мы в кампусе? Где мы? Ну, начинается. Ну, начинается. Ну, держись, бро, держись. Сейчас будет секс. Сейчас будет секс и в его худшем... Ой, нет, закрыто. В худшей его интерпретации. Ребятушки, привет! Меня зовут Антрон. Ты на канале Лесин. Антрон Лесин. Давайте без лишних слов. Layers of Fear 2. Слои страха 2. Погнали, полетели. Погнали, я готов. Поехали. Как был анмуринг, так анмуринг и остался. Помним, да, на чем мы остановились в прошлой части? Мы остановились именно здесь? Так, быстренько вспомнить управление, вот. Сейчас нас немножко напугают, и мы продолжим. Давай, нам уже не страшно, мы видели это в первой части, ссылочка на нее здесь, вон там сейчас появится, там сейчас появится ссылочка на нее. В правом верхнем углу, короче, ссылочку на первую часть держи. Это мы все видели, а вот дальше... Дальше... А дальше для меня все абсолютно ново. Куда мы движем дальше? Так сразу и так не страшно. Молодец, хвалю тебя, заперто. Отперто? Там заперто, тут отперто. А что все черно-белое это такое стало? Ну пусть будет так, ладно. Короче, если вдруг ты первой части не видел, бегом, бегом включи сначала первую часть, а потом посмотри продолжение. Тут, конечно, нет... You shouldn't play with strangers. С чужими играть нельзя. Ей это не понравится. She doesn't like it when you play with anyone but her. Она не любит, когда играешь с кем-то, кроме нее. Тут, короче, смотри, какая история. Тут не сказать, что прям какая-то такая завязка, что тебе прям без первой части, ты не посмотря первую часть, ты не поймешь, что сейчас происходит. Но все же, чтобы пропитаться, чтобы прочувствовать, я бы рекомендовал. Угу. Так. Лишь один из нас знает, что нужно сделать. Лишь один знает, что на кону. А другому знать не обязательно и понимать не обязательно, только слушать и играть роль. Хорош. Слушай, я как-то очень коротко с тобой поздоровался. Давай чуть-чуть больше, чуть глубже. Здорово, мой хороший, привет, я так рад тебя видеть. Рассказывай. Лили? Там в темноте кто-то есть. Тихо, кто-то идет. Эй? Кто здесь? Проклятие! К черту! Раз начальнику так приспичило, пускай сам проверяет. Я тащусь от голоса, от озвучки малого малой, когда говорит: «Лили, is there somebody in the dark?» Как-то так он сказал, да? Я не помню, что именно он сказал, но как-то так. Рассказывай, давай, включайся. Включайся в комментарии, рассказывай, что у тебя нового, что интересного. Нас тут сейчас будут пытаться пугать, делают это очень неказисто. Ой, как редко мы это слово используем. Делают это немного неказисто, но я бы эту игрушку характеризовал мышки. Мышки-шмышки. Как много мышек-шмышек. Мы следуем за ними. Я бы эту игрушку характеризовал, знаешь, не как хоррор. Ну вот сейчас опять, типа это скример был. Ну какой это такой скример? Я бы ее характеризовал как... Триллер. Во. Психологический триллер. Мы на корабле. Вот, блин, я не задавался прям вопросом, но вот по всем ощущениям мы корабле Титаника. Вот по всем ощущениям. Ага, понимаю тебя. У нас есть... И... Что, мне убегать надо? Давай, я убегу. Да, мне убегать надо, хорошо. Во, мурашки побежали, хорошо. Хорошо, мурашки побежали. Надо убежать, я убегу. А, все еще надо бежать. Я все еще бегу. Неужели начались ужастики? Ну неужели нас начали пугать? Что такое? Закрой дверь. Закрою дверь. Опа!
Он ее же не откроет? Не откроет. Хорошо, хорошо. Мне очень нравится эта игра. Молоток. Это место подойдет. Скорее запирай. Они будут здесь минут... Мой хороший. Он говорит, мне страшно. Какой голосок у этого малого. Ну просто так, закроем дверь? Давай закроем. Давай от греха подальше. От греха подальше закроем. Хорошо. И движемся. Открываем. Заходи. Закрываем. Мы же не в трамвае родились. Ну, ну право слово. Так. Проползаем. Открываем. Закрываем. Действуем быстро. Он, слушай, он все еще идет за нами, да? Вот, вот, а теперь немножко страшно. Ну, чуть-чуть. Ну, на пол карасика. Ну, на пол карасика. Вот, короче, я понял. Мне страшно, когда за мной кто-то гонится. Я начинаю паниковать. Я начинаю паниковать. А когда просто скримеры такие неказистенькие. Привет. Страшно не очень. А тебе страшно? Рассказывай. Рассказывай, тебя пугает? Дверь сзади. Где? Хорошо. Хорошо. Встань, встань. Охота. И все. Понимаю. Куда мы движемся дальше? Так, Ctrl, встать. Он не встает. Ну, пойдем вперед. А, все, смотри, мы вот из какой-то там параллельной реальности вернулись опять на цветной корабль, и опять здесь все немножко спокойнее, и мы можем опять двигаться не торопясь. Что происходит? Сохранение игры произошло. Хорошо. А знаешь, что это означает? Сохранение игры означает, что сейчас... Открывайся. Что сейчас с нами будут... Надень маску. Ну, слушай, персонаж. Жанапрес, Жанаперс. Покажи свое истинное лицо. Я даже не хочу смотреть на лицо человека, которого зовут Жанаперс. Ну, его нахрен. Ну, какое лицо может быть у Жанаперса? Ну, скажи мне, пожалуйста. Ну, ты же понимаешь, какое лицо у Жанаперса. В каждом актере сокрыта роль, которую ему суждено сыграть. Персонаж, которого предначертано создать, сколоть излишек кровавого мрамора, придать аморфности очертания, пока не останется одна лишь истина. Я произносил эту фразу в первой части многое множество раз. И произнесу ее еще раз. Ты несешь какую-то чушь. Все, я все сказал. Ну, давай здесь исследуем все. Давай посмотрим с тобой здесь, что у нас. А, вот что-то появилось. Ну-ка. Сейчас мы в восточной части района. Здесь неподалеку находится дорогой моему сердцу дом, где я вырос. Такое ощущение, что почти ничего не изменилось. На улицах играют дети, свободные от всяких забот. Лишь их лохмотья напоминают о том, что многие местные семьи страдают от ужасной нищеты. Кто это у нас здесь? На скамейке в парке сидит мальчик. Совершенно один. Может, он согласится немного раскрыть нам душу? Доброе утро, молодой человек. Как вас зовут? Доброе утро, молодой человек. Как вас? Утро. 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 Добр человек. Вас утро. Джеймс? Это тот самый пацан. Так, а здесь что у нас за запись? Проверка раз, два, три. А, это мы слушали. Это мы в первой части еще слушали. Здесь ничего не сказано, здесь только тестинг. Нет, это чисто тест. Чисто тест. Появилась еще одна пленка. Слушай, я здесь больше ничего особо не вижу. Ну, пойдем наверх. Пойдем наверх. Ничего не изменилось, все как и было в первой части. За бортом.
За бортом был ясный день, а стало очень дождливо и неуютненько. Дельфин, как вот этот дельфин, как висел, так и висит. Ну, пойдем дальше тогда. Да, пойдем потихонечку двигать будем. Так. Так, что у нас тут? Хорошо. Погнали, полетели. Где? Включайся. Иное видео. В первом ролике, как далеко он зайдет. Как глубоко спустится. Предмет его поисков все еще где-то там, укрыт, спрятан, заперт в хранилище. В собственной темнице. Он безуспешно пытается понять. Голодный зверь не думает. Он знает. Он нуждается. Он действует. Там, где сдается рассудок, инстинкт берет верх. Потому он должен оставить спокойные воды разума и покорить буйство зубов и когтей. Лишь тогда он отыщет ключ и получит награду. Ты несешь какую-то чушь. Но здесь вся игра несет какую-то чушь, но оттого дурной она не становится. Акт второй. Охота. Акт второй. Охота. Кстати, мы, получается, с тобой первый акт практически полностью, да, прошли. Я рановато тормознул я тот видеоролик, тот первый ролик, который я записал. Я надеюсь, нас чуть чаще здесь будут этот сексом с нами заниматься. Я надеюсь. Шляпа. Котелок. Закрыто, 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 открыто. О, фотографический аппарат. Попробуем еще раз. Снимок неудачно вышел. Он неудачно вошел и неудачно вышел. В общем-то, ничего особенного. Наверное, вы шевельнулись. Вы просто сами на себя не похожи. Не похожий на тебя, не похожий на меня, просто темнокожий парень, ой, прохожий. Чья это песенка? Пиши в комментариях и дай мне этим знать. Открывайся, дверка. Что ты все... Что ты... Не страшно. Что ты все еще смотришь этот ролик, бро. Неразборчивый голос. What? Так, отсюда мы пришли. Ну, давай вот сюда. Я понял, я понял, что мне надо в ту дверь. Я сейчас обязательно туда отправлюсь. Нет, закрыто. Интересно. Хотя вот это вот моргание вроде как, ну, мне лично дало понять, что я должен пойти туда. Что за струйки? Человек впереди. Хорошо. Хорошо. Опять. О-о-о! Меня убили. Только не говори, что меня убили. Ну а куда я должен был бежать-то? А бежать-то особо было некуда. Смерть страшна. Продолжить. А вот и убивать меня начали. А я всю ту часть думаю, а че меня не убивает никто? А че мы так легко? Так, а давай просто побежим. Побежим, 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 побежим. Побежим, побежим. Куда побежим? Дверь закроем. Нет, дверь не закроем. Сюда откроем. Нет, сюда не откроем. Куда я должен бежать? Прыгай! Правильное решение было принято. Знаешь, как тот момент, когда в игре прыгаешь куда-то и думаешь, блин, а правильно, неправильно? Но тебе времени особо подумать не дают. Full ahead. Короче, полный назад, полный вперед. Стоп. Так, а давай стендбай. Ну давай стендбай поставим. Типа, будь готов, скоро. Гонять за мечтой легко можно оказаться. Где? В кошмарном сне. Да я уже там, бро.
Я уже там, я уже в этом кошмарном сне. Ой, да что такое? Да... Он не фиксируется, он не фиксируется. Ну что такое? Так, еще раз. Давай бочком встанем. И оп. Оп. Да он не фиксируется, ну. Так, а что это? Так, а куда мы его должны вставить? Вот сюда. А-а-а. Ну-ка. Хорошо. А теперь он зафиксируется? Да, детка. Несложные головоломки. Хотя в какие-то моменты... какие-то моменты они казались мне сложными, но по сути несложные. Надо просто быть внимательным. Ну, в общем-то, как и в любой игре. Кстати, сделать это непросто. Быть внимательным очень непросто. Знаешь почему? Потому что... бери. Потому что вроде как и с тобой пообщаться надо, и прокомментировать надо, и игрушку надо, и знаешь, полмозга там, полмозга здесь. Это нелегко. Попробуй. Ты думаешь, все так легко и просто? Это нелегко. Время описания событий. Начинаю патрулирование нижних палуб. С машинным отделением все в порядке. Услышал подозрительные звуки. Ущерб собственной компании, вычет из заработка. Служебная халатность, возможно, дисциплинарные меры. Патрулирование возобновлено. Далее все спокойно. Окончание смены. Нужна ли нам эта информация? Полагаю, не очень. Мы же движемся... куда? Вот туда, да, я полагаю? Да. Пойдем. Пойдем со мной, малыш. Пойдем со мной. Пойдем со мной. Я отведу тебя в мир... в мир... ужастиков. Кто? Где? Вот я теперь слушаю, вот теперь я потихонечку начинаю пугаться. Знаешь почему? Потому что, опять-таки, я первую часть вспоминаю. В первой части вроде бегаешь. Ну, просто что ты делаешь? А тут ты понимаешь, что в любой момент с тобой сексом займутся. А в любой момент тебя отымеют. И вот тут начинаешь потихонечку попугиваться. А, мы оттуда зашли. Соответственно, она закрыта. Здесь крест. Что означает этот крест? Понятия не имею, что означает этот крест. Здесь нам ничего не доступно, ничего не крутится, ничего не вертится. Это что, тупик? Тупик. Или... а, вот мы присесть же можем. Вот и ёшки-матрёшки. Мы же можем присесть. Чья это тень? Ты видишь это? Ты видишь то же, что и я? Это же тень. Это тень. Ой, блин, понеслась. Круто, все, меня больше и больше затягивает эта игра. Я, кстати, когда первую часть прошел, я считал минуты до того момента, когда я смогу сесть. Ай. Понял. Я считал минуты до того момента, как я смогу сесть и записать ее продолжение. Так. А, вот он, кран, вентиль, перекрыть. Хорошо. Хорошо. Пойдем со мной. Пойдем, я научу тебя плохому. Опа. Так, мы... где? Мы у Кока в гостях, что ли? Мы в кампусе? Где мы? Ну, начинается. Ну, держись, бро, держись. Сейчас будет секс. Сейчас будет секс и в его худшем... ой, нет, закрыто. В худшей его интерпретации. Закрыто. Так, здесь открыто. Но мы же отсюда пришли. Да, мне кажется, мы отсюда пришли. Пойдем отсюда. Закрыто. Закрыто. Так, бро, ты нас обратно, да? Дорогая игрушка, ты велишь нам вернуться обратно, что ли? Да, нам игра велит обратно вернуться. Это очень странно. Честно тебе признаюсь, это очень странно. Но ладно, мы такие вещи мы уже видели. Нас таким не напугаешь.
Дверь закрылась. И если она заперта, то да, все. Все, значит, мы должны сюда обратно вернуться. Текаем, 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 текаем. Не в ту сторону. Мурашки. Давай, убивай нас. Продолжить. Только не с самого начала. Пожалуйста, игра. Ну, как сказать? Ну, так себе, да? Ладно. Так. Здесь сейчас он появится. А куда мы бежать должны? Закрыть дверь. И... Так, я дверь закрыл. Куда дальше? Ой-ой-ой. А куда дальше-то? А куда дальше? Я помираю, да? Ой, я весь краснею. Охренеть. Короче, сюда нам не стоило заходить. Че, открыть дверь, что ли? Открываем? Ну, держись. Держи. Возьми левой рукой свою коленку. Правой рукой схватись еще за что-нибудь, что там у тебя рядом с коленкой. Потому что мы выходим отсюда. Давай. Эй, кто здесь? Никого. Движем дальше. Что? Так, вот. Ну-ка, давай посмотрим все кадры. Дверь. Вот она, дверь. Отлично. А как нам... Как нам в нее попасть? Нет, еще раз, ну-ка. Так, вон там была дверь, а вот еще какой-то проход. Сюда мы не пройдем? Сюда мы не пройдем. Ну, еще разок дверь давай. Смотри, мы когда выставляем дверь и к ней приближаемся... Вот. А вот теперь мы пройдем? Ну, смотри, ну, дверь же стала какой-то более-менее реальной. Хорошо, давай мы ее оставим ее на уровне двери и пойдем дальше посмотрим. Ну, здесь все, тупичок. Но я чую, что что-то здесь. А что еще? Вот это что такое? Нет, это ничего, просто пролаги в игре. Я чую, что что-то здесь. Давай присядем. Нет, это не работает. Что-то должно здесь произойти. А может быть, ты уже догадался, что я делаю не так? Нет. А если ты уже догадался, что я делаю не так, а прям смело бери в комментариях, пиши. Блин, ты не то, не так сделал. А, вот. А ну-ка. Короче, я потихонечку из составных частей... Ключ. Вот, ключи. Где ключ? Да, детка, хорош, горжусь прям. Ой, не то, не туда не нажал. Да, детка. Ну, давай, воспользуйся ключом. А, хорошо, мы просто взяли ключ, а теперь мы должны еще куда-то переметнуть. Вот сюда. Нет. Идем искать. Так, ключ мы уже взяли. А, вот, чтобы появилась замочная скважина. И мы воспользуемся ключом. Хорошо. Просто умница и молодец. Помните эту сцену? Помните ее? Это та часть корабля, на которой мы были в первом ролике. Давай на картах. На картах пробираемся. С картов поднимаемся. И... Игра света и тени очень крутая. Очень крутая. Что здесь у нас? Такое ощущение, что почти ничего не изменилось. Не знаю, хорошо это или плохо. Я подглядываю, да, за кем-то?
Я его не вижу. Ну, вот я вижу тень чью-то. Ну, ладно. Ладно. Под глядушки мы поиграли и движем дальше. Здесь ничего. Несчастье разбивает сердце. Отчаяние пожирает душу. Так, сердце. Жизнь рушится. Все. Сердце, 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 сердце. Что для меня это должно означать? Я что-то включил, какой-то телевизор. Телевизор, не телевизор. Бро, вставай, бро! Здесь творится что-то очень, очень некрутое, бро. Ты зря тут разлегся. Так, здесь ничего. Ну, давай ящички порыскаем. От главы службы безопасности. Всем заинтересованным лицам до меня дошли сведения о том, что пропало некоторое количество провианта. В связи с этим у меня нет иного выбора, кроме как применить усиленные меры безопасности. С сегодняшнего дня рацион будет выдаваться каждому члену экипажа по норме, а склад провизии круглосуточно охраняться. Так, ты закройся. А здесь просто носки-трусы. А нам это неинтересно. Движем дальше. Заперто. Так, код. Мы знаем, что код на потолке где-то, да? Но не в этот раз. Хорошо, мы ищем код. Мы ищем код. Да. Ну, немножко напугал, немножко. Ну, капелюху. Ну, на пол карася. На пол карася. Код. Здесь мудрость. Ну-ка. 820, да? 820. Здесь мудрость. Ну, давай, мудрость. Так. А, это моя тень? Да, это моя тень. Я своей тени боюсь. Погнали, 800. А, 800 стоит. И 2 стоит. 0. Хорош. Пошли дальше. Так, что мы полчаса уже пишем? Но мы с вами помним, да, что эта игруха неторопливая. Эти ролики короткими не будут. Гамлет. Так создан мир, что живо, то умрет. И вслед за жизнью вечность отойдет. Красивые строчки. Блин, Шекспир, конечно, молодец. Блин, такой он интересный дядька был. Я к стыду своему особо его не читал, не изучал. Но, блин, ну дядька, конечно, великий. Ну, просто вот эти вот две строки, вы слышите, как они звучат? Ну, круто же. Ну, очень круто. Привет. Ой-ой-ой. Нам нужен скриншот. Потому что это... Нет, чуть повыше. Это превьюха, ребят. Это превью, ребятушки. Или вот так. О-о-о! Вот так, наверное. Вот такой. Ой, хорошо, спасибо. Спасибо за превьюшку. Так, мы сохранились. И движемся... Знаешь, я что хочу тебе сказать? Это что за корабль такой? Ну вот, ну серьезно. Мы вроде по... Темно, ничего не видно. Да. Мы вроде по кораблю движемся, но что-то тут такие катакомбы. Ну это что за корабль такой? Так, часы. Очередная головоломка. И горит две лампочки. Так, третью лампочку мы зажечь не можем. Руку на два. Руки мы не можем передвинуть. Ну, ладно, это что-то будет означать. Мы к этому вернемся. Давай здесь осмотримся по кругу. Мрачно, очень мрачно, очень мрачно, но я за этим сюда и пришел. И ты ведь тоже именно за этим сюда и пришел. Ты же хочешь? Ты же хочешь именно этого? Так, я что-то запустил, да?
Хорошо, вот так. А, это направо-налево мы крутим. Ну вот, вроде все. Нет, не все. Так, вот тут чуть... Вот так вот, отлично. Ай, хорошо. Ай, хорошо. Ай, как ты умеешь. Один страдает за другого, а тот занимает место не прочел. Механизм продолжает работать. Механизм продолжает работать. 0008. Так, а вот теперь я руку могу двигать. 12.38. 12.38. Блин, 12.38. Что это могло бы означать? 14.38. 18.38. Поднимайся, поднимайся, поднимайся. 26.38. Чего? 35.38. Так, 12, 14, 18. А вот эта головоломка сложная. Я пока действую по наитию. Я не понимаю, что от меня хочется. 26. Шестерку давай поставим. Шестерку. Крутись, 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 крутись. Шестерка, шестерка, шестерка. 32. 32. 32, блин, 32. 32. На тройку, что ли, поставить? Не могу понять. Не могу понять. Или на единицу. Давай на тройку поставим. 35. Су. Субака. Все, отлично, нам пятерка нужна. Нам нужна, я не знаю, почему, не спрашивай. Потому что там 65 из 70. Ну, чтобы получилось 70, надо пятерку. Я что-то сделал правильно. Ура! Время идет. Смерть ведет к разложению. Так, здесь все еще закрыто. Привет, ребят. Вам вниз? Мне тоже. Поговорим. Понимаю, неловкое молчание. Настолько неловкое, что мои трусишки стали коричневого цвета. А чё молчим, ребят? Чё молчим? 41 минута. Чё молчим, ребятки? Не молчите, пожалуйста. Где выход, пожалуйста? Спасибо, спасибо. Спасибо за... Спасибо, до свидания. Спасибо. Суки такие, прощайте. Человек может стать сосудом, хранящим в себе чье-то пламя. Крутнул. Хорошо.
Зачем? Не понимаю. Человек может стать сосудом. Так, да Винчи это история. Человек может стать сосудом, хранящим в себе чье-то пламя. Сердце. Оно согревает сердце и питает душу. Освещает целый мир. Так ярко горит. Украденное пламя полыхает жарко и жадно. Гаснет. Я даже не читаю, я настолько погружен. Я читать забываю, прикинь. Бро, все нормально с тобой? Похоже, нет. Остановить часы? Нет, мы их не можем остановить. Никаких дверей нет. Нет ничего активного. Ничего. А, ступеньки, лесенки. Так. О, мои пацаны! Здорово, пацаны! Давно не виделись. Чё нового рассказываете? Хожу, значит, я здесь по вашему кораблю. Меня пугать пытаются. Надеюсь, вы позитивные. Надеюсь, вы позитивные. Это мой этаж. Спасибо, до свидания. Опа! И исчезли гоники. Ой, вдышло дьяволу, куда-то мы отправляемся. Ну давай. Ну давай. Не-не-не-не-не! Понимаю. Должен ли я к тебе под... Сейчас я помирать, да, буду? Потянуть за руку? И текать, да? Шевелись, шевелюсь, шевелюсь. Понял. Принципиально все ясно. Я принципиально понял все. Да, да, я понял. Дверь открыть, зайти, дверь закрыть. Текаем дальше. Я не знаю, надо ли закрывать двери, но... я назад... Тикай. Хорошо. Так, правило левой руки. Пойдем налево. Ну, где мы теперь? Да где мы и до этого были, мне тоже не совсем понятно. Так, здесь... Ой, закрой, пожалуйста. Здесь ничего. А ниже? Ниже трусы и носки. Понимаю. Грязная вода. Вода? Нет. Все не то. Это дверь. Заперта. Ну, хорошо. Здесь вот у нас есть дверь, на которой мы отпираем замок для начала. И отворяем. Туда. Я полагаю, туда, но я должен осмотреться. Нет, оказывается, не туда. Оказывается, не туда. Нет, заперто. Или все-таки туда? Да, все. Опа. Опа. Что такое? Кто сказал кря? Заперт. Не страшно. Не страшно. А мы тут были.
Мы тут были. Узнаешь это место? Мы тут проходили уже некоторое время назад. Ай, возьми. Читай. Пришлось укрепить некоторые клетки. Животные чего-то перепугались. Может, почувствовали приближение шторма. Надо заколотить люки. Буря будет нешуточная. Псинка. Красивый парень. Ладно, пошли наверх. Так, ну в этой клетке совершенно не животное, в общем-то. Дрессировка животных Build and Co. Наши услуги. Дрессировка и перевозка собак. $225. Примечание. Клетка животных доставлена в отсек живым грузом. В соответствии с рекомендациями кормления сведено к минимуму. Обращаться с осторожностью. И все? Здесь больше никакой информации? Да, здесь больше нет абсолютно... Нет, давай еще разок осмотримся. Что там у нас? Это такой сюр, конечно. Вот лестница. Это такой сюр, что что-то с чем-то просто. Собака напугала меня немножко. Все, назад хода нет. Нам дверь заперли. Нам, вернее, не дверь, а проход. Вот то, что качалось сверху. Движем дальше. Лифт. Или что? Где-то открылась какая-то дверь. Сука, немножко напугался. Немножко напугался. А напугался ли ты? Ну-ка, расскажи мне, пожалуйста. Тебе страшно вообще? Ну, рассказывай. Че молчишь? Че сидишь молчишь? Или ты уже не сидишь? Или нам еще одно кодовое слово нужно? А ну-ка напиши в комментариях, я все еще тут, чтобы мне понять. Ёп! Меня немножко убили. Чтобы понять, тут ли ты еще. Да, пора заканчивать. Время и прилив. Ага, акт второй. Блин! Надо бы акт второй пройти полностью, но... Ой, не вижу. Вот здесь. Так, хорошо, нам надо запомнить путь-дорогу. Вот так. И тут сразу хоп на разворот обратно. И открылась вот тропа. Смотри, там что-то есть. Хорошо. Держит хорошо. Где? А, вот. Яблоки какие-то. Вон там, не видишь? Нет, малыш, пока ничего не вижу. Кубок? Нет, я увидел не это. Поверь мне, я верю тебе, малой. Мы на краю света, мистер Харди. Тут все не то, чем кажется. Я устал уже мурашками пупырчатыми покрываться. Просто это происходит без остановки. Лесенка, да, я полагаю? Так, пойдем. Не вижу. Вот, вижу. Пойдем сюда. Освещайся. Дверь. А где дверь? Вот оно. Ой, блин. Ты видишь что-нибудь? Я не вижу ничего. Вот. Мы куда-то протиснулись. В абсолютной темноте куда-то мы протиснулись и видим записку. Читаем ее. Верхняя часть страницы оторвана. Мистер Харди не смог бы обойтись без своего любимого капитана Бэйнса. Капитан – центральный персонаж этой истории. Некоторые зовут его черным странником. Из-за цвета парусов его судно. Капитан Бэйнс силен и бесстрашен. И ему всегда достаются сокровища. Мистер Харди слегка завидует капитану, потому что хочет быть таким же сильным.
Так, мы сохранились. Выключись. И без тебя тут тошно. Это же моя тень? Да, это моя тень. Хе-хе-хе-хе-хе. Было страшно. Пойдем наверх. Ну, пойдем. И... Полный вперед. Давай, бро, полный вперед. Открыто. Открыто. Так. Мы начинаем очень долго куда-то спускаться. И действия такие нудные, а это означает, что сейчас нас начнут пугать. Тут тоже пусто, надо продолжать поиски. Поиски еды. Лили, то есть капитан, там что-то есть во тьме? Тише, держись позади. Я смогу тебя защитить. Я тебя защищу. Что за слово «защищу»? Я смогу тебя защитить. Так, ну поехали. Это раз, это два и это три. Сразу закрылось? Нет, не закрылось. Ёбана, ой, не в то, нет, 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 куда? Вот сюда. И не сюда. Да вы чё, ребят? It's all around here, так сказать. Они повсюду, просто повсюду. Текаем, 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 сезон охоты открыт! Текай, да текай, бро, текай! Давай, 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 давай! Не туда? Туда, не туда, я не понимаю! Честное слово, не понимаю. Ну, слушай, как говорила одна... Бабка в одном мультике. Еще жива! Кто мультос знает? Знаете? Это семейка Крутс. Еще жива! Ой, что это такое? Нет, заперто, ничего не изменилось. Хорошо, здесь опять нам какие-то загадки даны. Опять мы должны в какой-то определенной последовательности. Так, абсолютно зеркально, да? Два, один, два, три, четыре. Не могу понять. Не могу понять. Но давай попробуем. Заперта ли дверь еще? Головоломка. Ну, такая. Вот с теми часами, да, хрен пойми, что требовалось. И тут я вообще понять не могу, что требовалось. Ну, смотри, абсолютно зеркальная картинка. Раз. Поменялась на мальчика, 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 мальчика. А, вот. Вот. Голова. Голова в каком-то... Вот. Вот, отлично. Движем дальше. Нам бы вторую часть закончить. Блин, 56 минут. Ну, слушай, если ты все еще смотришь, значит, тебе это нравится так же, как и нравится мне. И тогда я продолжу до окончания второй части. Просто банально мы должны вторую часть закончить, и вопрос будет закрыт. Мы первую, да, с тобой чуть-чуть не доиграли. Прям нам чуть-чуть там осталось. Я ее тормознул, рубанул. Ну, потому что
потому что представления не имел, как надолго это может затянуться. Сейчас же я примерно понимаю, что мы где-то в конце второго акта. Вот. Жопой чую, это конец второго акта. Кочегары. Что это такое? Вентили неактивны. Мышь. Брось, мистер Харди. Мы еще не настолько отчаялись. Джеймс, брось, говорю. Но я почему-то не бросил, а поднял. Приходится платить жесткую цену, когда нарушаешь равновесие. О, сейчас меня начнут этот. Жестокую цену. Давай сюда положим ее. Не все жизни одинаково ценны. Важность одной может перевесить. Так, тут нас убивали. Когда все на кону, когда на чаше весов из жизни я не могу читать и открывать, погоди. Короче, все плохо, говорит нам этот дядя. Доверься интуиции. Интуиция или логика? Интуиция или логика? Взять, да, или сдаться, довериться интуиции. Блин, опять, это игра слов. Интуиция или логика? Логические выводы отравляют разум, лишают тебя сил. Поддавайся, не ослабляй хватку. Ну-ка еще разочек. Я сначала нажал взять. One life outweighs the other. There is no other way. Нет других вариантов. Взять. А? Один живет, другой расплачивается. Взять. W и... Сдаться. Нет, я не буду сдаваться. Докажи ценность своей. Не все жизни одинаково ценны. Взять. Да, доверься инстинктам. А, нет, 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 нет. Жизнь, чье пламя так и не разгорелось. Слабая, невесомая. Бесполезная. Кое-что следует оставлять в прошлом. Твои руки пусты. Шанс упущен. Быстро сдаешься. Да ну там щенята были, мне жалко и стало. Так ты не выживешь. Он как-то видел, как мальчик утопил крысенка в сточной канаве. Она держала его голову, вроде пока не пообещал, что так больше не будет делать. Всегда есть кто-то, кто сильнее тебя. Блин, малыш. Туалет. Вода. Опять это вода. Зачем работают эти краны? Не могу понять. Почему в туалетах эти краны активны и рабочие? Так. Что есть вечность, как не преодоление всех мук? I would gladly give it up for a life of meaning, of purpose. Отдам ее за цель. Так, ну если здесь дверь... А, нет, не заперта, открыта. Здесь заперта. Пацан исчез. Ну пойдем вон туда. Нам вон туда был проход. О-хо-хо-хо-хо! О-хо-хо-хо-хо!
Охо-хо, я понимаю вас. Я понимаю. Я в нужном месте. Рыдает. Бесполезно. Пищи нам не найти. Джеймс, взгляни на меня. Я во всем виноват. Я сказала, взгляни на меня. Я капитан Бэйнс. Черный странник. Убийца циклопов. Искатель пламени. Я спасу вас. Не смей сомневаться во мне. Не смей сомневаться во мне. Говорит сестра брату. Так. Кубок. Кубок. Этот кубок мы уже видели. Мы сейчас поднимемся к нему. А там не кубок, а... А там не кубок, а этот. Ну, в тот раз этот кубок превратился в бутылку какую-то странную. Селедки. Хорошо, надо ли нам ее взять? Нет, мы не можем ее взять. Где я? Вот я. Ага, все то, что нам золотом казалось, селедками является. Это были, по сути, видения. То есть, получается, черно-белая жизнь – это... Черно-белая картинка – это реальность, а... А цветное – это их видение. Второго механика, офицеру снабжения. Я понимаю, что вы выполняете приказы и не ставлю под сомнение ваши действия, но решение начальника лишены оснований. Пусть хоть все продукты стухнут, но ему главное, чтобы отчет был. Однако недовольство среди рабочих нарастает. Смена становится все длиннее, а пайки все меньше. Я знаю своих ребят, они приличные, набожные люди. Воров среди них нет, но постоянно урчащий живот кого угодно доведет до крайностей. Мне показалось, что-то там было. Так, крыса в клетке. Это что? Может быть, тут есть еда? Давай нам пора. Ой. Я что-то слышал. Сюда. Джеймс, беги! В какую сторону? Я не знаю, правильно ли я бегу. Куда? Куда? Так. Что за... Ай, я помираю. Ай, я помираю. Не быть. Продолжить. Продолжим обязательно. Если ты скажешь, что тебе нравится то, что ты видишь. Все, добавить больше нечего. Добавить больше нечего. Мы где-то, я чувствую, что мы где-то рядом с концом второй части, но давай сделаем это позже, потому что мы уже с тобой целый час здесь сидим. Надо заканчивать. Лайкос, если ролик понравился. Дис, если ролик не понравился. Подписка на канал, если ты каким-то случайным образом здесь оказался. И комментарии, комментарии, комментарии. Пиши мне, что, как. Доброго утра, дня, вечера. Что у тебя там? Пока, капитан Бэйлс. Пока.